Я бы добавил еще не только выбора, а их создание, изобретение, формулирование новых, адекватных моделей. Когда мы говорим о том, что 2 года мы прожили с начала специальной военной операции, и экономика России выжила, устояла, а с точки зрения модели ее понимания, у нас что происходило за этот период? Если мы вспомним оценки, которые давались в 2022 году, нам все прогнозировали большое падение. Всемирный банк 11,2%. Наше ведомство, Минэкономики, Центробанк, где-то в среднем, там около 8-10%. По факту, да, падение было 1,2% вместо 11,2%. Но когда такие порядковые непопадания, это что такое? Или прошлый год все прогнозировали падение, все без исключения, консенсус прогноз. Вместо этого самая растущая экономика Европы. Это экономика нашей страны в условиях 16 тысяч санкций. А за этими непопаданиями абсолютная неадекватность даже наиболее простых прогностических моделей, которые как симптоматика отражают вообще неадекватность той экономической политики, которая у нас имеет место. Но это же важный вывод. И надо наконец-то формулировать, применять адекватные модели условиям той экономической войны, которая развязана Западом против нашей страны, в условиях той глобальной трансформации и построения принципиально новой экономической системы. И я очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор именно такой дискурс задаст. Итогом нашего форума и станут такого рода доктринальные предложения с адекватными моделями целевого развития нашей экономики. И здесь, прежде всего, на мой взгляд, решающее значение имеет вопрос государственного планирования. И, наконец-то, исполнение федерального закона о стратегическом планировании. Исполнение указа президента об основах государственной политики в сфере стратегического планирования. Имея в виду, что когда мы практически смотрим на те узкие места, те проблемы, тот нераскрытый потенциал, то становится понятно, невыполнение государством своей организующей роли в экономике приводит к тому, что экономика не раскрывает свой потенциал. Очевидные вещи. БАМ и Трансит. Когда должны были закончены, например, закончена реконструкция этой магистральной инфраструктуры, но все сроки сорваны, неоднократно перенесены. А с чем это связано? Кто эту работу не выполняет? Или когда мы говорим о других инфраструктурных проектах или высокотехнологичном развитии нашей экономики. Так интересно, у нас был указ президента от 2016 года о стратегии научно-технологического развития. Очень четкий, ясный, структурированный, чрезвычайно полезный и со временем все более становившийся актуальным. Когда наступил 2014 год, потом 2022 с этими санкциями, смотрим указ 2016 года, все, что там было написано, просто надо было сделать. Так его не исполнили, прежде всего в центральной части, в части комплексных научно-технологических проектов, которые в соответствии с приоритетами, установленными указом, должны были обеспечить прорывное развитие России по ключевым направлениям технологического развития. Какие-то там 3 проекта были приняты для галочки, совершенно не того масштаба, который требует указ. Его не исполнили, сейчас приняли новый месяц назад. Это как так происходит? А мы теперь этот тоже не исполним, а потом еще один пример. А почему, когда стилем работы ведомств, моделью организационной работы ведомств является, как правило, распределение субсидий либо регионам, либо хозяйствующим субъектам, а потом умывание рук и отчетность о своей деятельности тем, как кассовое исполнение этих субсидий реализовано, а не цели развития достигнуты. Вы как комплексный научно-технологический проект прорывного развития путем раздачи субсидий регионам реализуете? Это невозможно. Это невозможно в принципе. Так это важная констатация. Нам качество менеджмента в системе госуправления просто на принципиально другой уровень нужно выводить. А когда мы обращаемся к истории вопроса, когда мы видим, как индустриализация в нашей стране проводилась, как после войны уже к 4-му кварталу 1947 года уровень промышленного производства на довоенный уровень вышел.
Радиоэлектронная, космическая, атомные отрасли были созданы. Но это качество планирования. Но только делалось это все на арифмометрах, без цифровых технологий, искусственного интеллекта и больших данных. У нас все эти сегодня возможности есть, а надлежащего качества работы не выполняется. В результате колоссальная упущенная выгода нашей страны. Как и вопрос денежно-кредитной политики. Мы получили по итогам прошлого года рост инвестиций в нашу экономику 9,8%. Почти 10%. Хорошие данные. Но в структуре источников финансирования, что мы видим? 56% это собственные средства предприятий, а кредиты только 9%. Это перевернутая ситуация по сравнению с экономиками Запада, абсолютно. И удивительно, как мы почти на 10% роста инвестиций вышли, когда фактически у нас нет кредитной политики, нет приоритета развития дешевого, длинного проектного финансирования, финансирования инфраструктуры, строительства новых заводов, освоение новых технологий, масштабного импортозамещения. Но это же очевидный стоп-фактор, который не дает нашему потенциалу реализоваться. Мы выросли на 3,6%, а регулятор, который, по идее, должен формулировать кредитную политику, реализовывать ее, говорит о каком-то перегреве. Какой же перегрев, друзья мои? Мы только на ноги стали вставать. Я хочу напомнить очень точную оценку нашего отечественного экономиста, выдающегося Якова Паппы. Если мы хотим действительно говорить о значимом экономическом росте, который трансформируется в социальное благополучие и ощутим людьми, это с 5% он только начинается, 5 и более. Так у нас он просто ниже 5 и не должен быть, и не может быть. Но только это другие подходы, другие модели и другие методы практической реализации экономической политики бурного роста нашей суверенной экономики. А в том, что это возможно, никаких сомнений нет. Никаких. И то, что мы видим даже по итогам прошлого года, это практическое свидетельство, когда, к сожалению, пока не целостно, пока не последовательно, пусть фрагментарно и точечно, но вырываться мы начинаем из старых догм и стереотипов доктринальных. Начинают получаться результаты, неожиданные для всех, для всего мира. И в нашей истории так часто было. И до войны, и после войны Запад не мог понять, что же мы так бурно развиваемся. На самом деле все мы можем делать. И очень надеюсь, что наша сегодняшняя дискуссия, наш сегодняшний разговор этому, именно этому будет способствовать. А череду эту действительно, Константин Анатольевич, можно продолжать. И в налогах, и в тарифах, и в пространственном развитии, и в отраслевой политике. Куда ни коснись, такого рода, вы их назвали парадоксами, мягкое слово. На мой взгляд, это просто управленческое несоответствие.